Хлеб горячий на столе, ложки словно в серебре, масло ярко золотится, сахар солнечная искрится. В вазе круглый липкий мед, есть для сока скользкий лед, есть конфеты и печенье, абрикосы и варенье, есть бананы, помидоры, яблочки, красивые горы. Не забудьте только, дети, славить Бога на планете. Славьте добрыми делами, славьте чистыми сердцами. Пусть не будет среди званых, гордых и неблагодарных. Знайте, что на этом свете голодают где-то дети, просят хлеба, руки тянут, и в нужде голодно вянут. Вы о них молитесь с верой за обеденным столом. Пусть Отец Творец Небесный хлеб насущный даст им дом. Уже мрачнее стали, солнце не дает тепла. Осень с песнями печали, как и раньше к нам пришла. А душа принес так жаждет, Господин, Господин, осень жизни — это жатва, с чем приду я перед Ним. А душа принес так жаждет, Господин, Господин, полна радости природа, все достойный плод несет. Сердце Божьего народа очень рано в этот год, а в душе моей все тот же, все один звучит вопрос, что тебе принес я, Боже, что к твоим ногам принес. Осень жизни — это жатва, чем приду я перед Ним. А душа принес так жаждет, хоть снопадин, хоть снопадин. Осень жизни — это жатва, чем приду я перед Ним. А душа принес так жаждет, хоть снопадин, хоть снопадин. Я прошу тебя, о Боже, пока жатва не прошла. Я хочу плода побольше положить твоим ногам. Помоги и дай мне силы так трудиться до конца, чтобы все мои порывы стали силою серпа. Более 20 лет в жизни в этой стране. Я сижу на местах, мышление, культура. Немножко мало дает о себе знать, но в любом случае, слава нашему Господу, что здесь стоит миллионы, это самое главное. Господь нас соединил в своей любовью. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он говорил о спасении. Он хотел сказать ему, что того, тот, которого вы ждали. Израильский народ ждал Иисуса Христа. Там и сильно. Сегодня мы на этой земле читаем эту книгу, святую книгу, которую соединены два завета. Ветхий завет и Новый завет. Израильский народ шел по пустыне, помните, когда он шел принял из Египта, Господь ожидал плода. Сегодня символ, сегодня день благодарности здесь на вас, церкви. Мы все присоединяемся и благодарим нашего Господа, что Господь дает эти плоды, дает эту насущную пищу на этой земле. Эти плоды, они вечны на этой земле, в воде, в земле. Все смешивать. И если взять эту горсточку земли в руку и посмотреть на эту землю, то кажется, как это можно быть. Эти красные плоды, они прекрасны. Но Господь соединен от нас, подобно как вот с этой земли появляются эти прекрасные плоды, также и с нас, и с ничего начинает делать особенных святых людей, детей Господних, сыновей и дочерей. И мы сегодня на этом месте являемся сыновья и дочеря нашего Господа. Ты добрая семья, си добрая семья, во имя Христа. Пожнешь, что посеял тогда. День
жатвы придет незамедлит, пожнет.